Седьмая цифра, вот такая тема. Я играю все на одной струне. И одно и то же повторяется. И последний раз. Дальше пойдет припев, чуть-чуть видоизмененный. Нам главное что? Опять то же самое. Мы уже такое встречали, да? Главное запомнить два такта и повторять их. И повторяем их опять. Что мы играем здесь? Пятый лад. Пауза короткая. Восьмой лад. Пауза короткая. Десятый. И поехали. Десятый короткая. Тринадцатый два раза. И двенадцатый. Та-та. Восьмой. Десятый, тринадцатый, двенадцатый. Тринадцатый, двенадцатый. Здесь самое противное место, вот эта короткая шестнадцатая нота. После паузы, вот здесь. Вот. Кому сложно, смотрите, начинаем как играть. Представим, что там не шестнадцатая, а что там восьмая. Звучало бы так. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и... Была бы пауза на два, раз, и пауза два на и нота. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и... Но здесь не восьмая, здесь она шестнадцатая. Она короткая, зато пауза чуть длиннее. Та-та, короткая. Та-та-та, та-та-та. Раз и два и та, и та. Раз и два и та, раз и два и та. Если бы была восьмая. Вы можете сначала играть так, как будто бы там была бы восьмая. Вот так. Так проще. А потом чуть-чуть укорачивать эту ноту. Сложно сразу этот ритм поймать. Играем восьмыми. Есть такой метод работы. Я сейчас играю, как будто бы там были восьмые. Восьмые ноты, восьмая пауза, восьмая нота. Восьмушки, восьмушки, восьмушки. Раз и два, и три, и четыре, и... Плавно, все понятно. Сейчас я играю так, как написано в нотах. Укорачиваю эту ноту, эту восьмушку, делаю шестнадцатой, а пауза чуть длиннее получается. Пальцы. Я написала здесь пальцы те, которыми я чаще всего играю, но я не всегда играю этими пальцами. Первый, у меня третий, потом я меняю. Вот, третий перешла на восьмой лад. Здесь я, когда пауза, я меняю на первый палец, чтобы вторым пойти вот сюда. Ну, сюда можно и третьим пойти, кстати. Это я приблизительно написала, здесь не важно, как. Здесь главное, сейчас я меняю палец, потому что мне нужно будет на 13 ват попасть, да? Если я туда ставлю третий палец, мне будет тяжело туда попасть. Поэтому, когда есть пауза, когда есть свободное время, я меняю на первый, и там уже четвертым дотянусь. Но можно было бы здесь играть четвертым. Вот здесь поменять. Здесь третий, да? Поменяли. Здесь не важно, какой палец. Я играю третьим. Потом вторым. Вы можете тут четвертый поставить, сюда третий. Главное, вот этот момент, когда я меняю третий палец на первый, да, чтобы дальше пойти. Меняю.
меняю позицию, это называется. Поменял. Я пальцы написала приблизительно. Играю под песню эту темку. Седьмая цифра.